Запаланили улицы, дворы, автомобили, и едет за рулем трудней нам каждый раз. И вроде бы все правила движения учили, опасности со всех сторон подстерегают нас. Учил меня когда-то Иван, шеф мой бывший, водитель неплохой, с машиной друживший. Даю на отсечение жигулей своих баранку, но точно нет опаснее маневра, чем стоянка. Кто в армии служил, тому рассказывать не надо, известный всем, но в правилах неписанный закон. Таксист опасен спереди, зевака частник сзади, военного шофера берегись со всех сторон. Военного шофера берегись со всех сторон. Я соблюдаю принцип «дураку дорогу дай». Меня учили с детства больных не обижать, но что-то вот сдается мне, куда не выезжай. Приходится все чаще всем дорогу уступать, а может мне автомобиль кому-нибудь продать. Ведь за рулем не выпить, не поспать, не закусить. Но научили нас простых путей не выбирать. Пока я жив-здоров, машину буду я возить. В армии служил, тому рассказывать не надо, известный всем, но в правилах неписанный закон. Таксист опасен спереди, зевака частник сзади, военного шофера берегись со всех сторон. Военного шофера берегись со всех сторон. А если на дорогах наших станет, как в бою, и дураков окажется вокруг полным-полно, я в армии по блату БТР себе куплю. Хоть так, но всем назло, я ездить буду все равно. Кто в армии служил, тому рассказывать не надо, известный всем, но в правилах неписанный закон. Таксист опасен спереди, зевака частник сзади, военного шофера берегись со всех сторон. Таксист опасен спереди, зевака частник сзади, военного шофера берегись со всех сторон.